Сегодня решил себе утро сделать с кофе, которое я заварил в салоне Lamborghini. Вот, классно, посидел, кофе попил, на машины дорогие посмотрел. Тут такой запах шикарный, просто тут такая атмосфера, такая энергия классная. Так что, короче, я всем желаю хорошего настроения. Делайте себе, устраивайте обязательно кайфушки. Вот, у кого-то кайфушки разные, у кого-то кофе попить, у кого-то же там покупаться. А у меня вот еще кайфушки, одно из кайфушек, это вот походить по вот таким дорогим салонам. Прям кайфануть. Вот я сейчас прям вот просто кайфану от всего сердца, от всей души. Так что, короче, посмотрите, какая красота. А у меня в детстве даже таких игрушек не было. А сейчас я себе могу позволить просто смотреть, ходить на все это. Купить тоже будем стремиться, но это сейчас пока не главное. Просто можно кайфануть от этого всего. Просто от того, что ты это видишь здесь, вокруг тебя, этого всего. Очень много это все окружает. Это просто как. Тут два салона. Один там с разными машинами, а второй прям вот с Lamborghini, вон тот. Мне даже уже Rolls-Royce уже не так нравится, как вот Lamborghini, конечно. Это только для рекламы, если покупать, кататься, обклеивать его. Товарища этого. Вот.